уже наши в меньшинстве остались. 4 в 3. Адик стягивается на Б-планту. Все отошли уже на А-плант. И на А-планте у нас ГХ одинёшник будет встречать. Но ДЦП ему в этом помогает. И зажимает, зажимает у нас ГХ. Бывает он Алькатрас. И уже 2 в 3. Качельми просто качнулись в нашу сторону. И 2 в 1. 2 в 1 пока что. Ребята находятся в этой ситуации. Последний Марион остался. Но сейчас должны вдвоем дожать. Никуда не нужно торопиться. У Мариона 100 хп и оба наших калёны. Марион дает хороший минус. Хотел сказать, что ДЦП великолепно сыграл в этом раунде, но у меня это не получается. И первый раунд, к сожалению, отдает наша команда. Великолепно сыграл этот игрок Марион в данной ситуации. Ну что ж, браво.